Аверьянов Иван Ильич родился 19 октября 1921 года в селе Пепелевка Боковского района Орловской области. В мае 1941 года был призван на службу в ряды Красной Армии. Здесь и застала его Великая Отечественная война. Боевой путь начал сержантом, командиром стрелкового взвода автоматчиков. Иван Ильич за боевые заслуги был награжден орденом Великой Отечественной войны второй степени, Красной Звезды и медалью за отвагу. Свой боевой подвиг он совершил 26 сентября 1943 года, когда во главе взвода одним из первых в батальоне форсировал Днепр. Выбив врага из окопов, взвод старшины Аверьянова захватил плацдарм. За образцовое выполнение боевых заданий, проявленные при этом мужество и героизм, старшине Аверьянову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны младший лейтенант Аверьянов в запасе занимался общественной работой в Орехово-Зуево. 4 декабря 1976 года Ивана Ильича не стало, похоронен в Орехово-Зуево.